Они жили в одном городе, забияка и мечтатель. Дышали одним воздухом, смотрели в одинаковое небо. Вместе ходили в школу, гоняли в футбол во дворе. Два мальчика, чем-то похожие внешне. Два мальчика с одинаковыми возможностями. Два ребенка с разными судьбами. Забияка не знал тепла и любви, заботы и родительской ласки. Мечтатель рос, ободренный вниманием папы и мамы. Не каждый день забияка ложился спать сытым, а развлекался тем, что привязывал консервную банку дворовому коту на хвост. Кто знает, о чем он думал по ночам и чего хотел. Мечтатель же рос в атмосфере добра и в свободное время читал мудрые книги. Он мечтал, что однажды огромный мир раскроется, как книга, и подарят запах моря, крики чаек и белую яхту, что понесет его далеко-далеко. Шли годы, листали страницы календаря. Все тот же двор, где мальчишки гоняли футбол после школы. Взрослый забияка уныло метет желтую опавшую листву, и жизнь его похожа на глубокую осень, плачущую, дождливую, безрассудную. А мечтатель стремится к своей мечте. Учился, работал, созидал. И вот она, белая яхта и крики чаек, и ласковое море, такое близкое, как страницы любимых книг, как судьбы отважных героев. А может, у забияки все тоже сложилось бы иначе, будь рядом с ним кто-то чуткий и внимательный, тот, кто в нужный момент подарил бы мечту вместе с мудрой книгой. Может, в вашем дворе живет такой вот забияка, забытый родителями, но с жадными глазами. И ему очень нужна мечта, толчок, маленький стимул, который скажет ему: «Ты не одинок, а тебе помнят, хотят, чтобы твоя жизнь сложилась успешной и удачливой. Подарите нужные и мудрые книги тому, кто в них действительно нуждается». И кто знает, может случиться маленькое чудо. Забияка превратится в мечтателя, который изменит свою жизнь, пойдет за мечтой и добьется успеха.